Всем хай, с вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в Ori and the Blind Forest. Мы с вами в прошлый раз получили новую способность, которая поможет нам наконец-таки добраться до чертового огонька, который оказался очень далеко запрятан, и до него очень нелегко дойти. Вообще, мир, в котором мы оказались, чересчур враждебный, и я помню, первая часть была не такой жесткой, это прям хардкорчик начинается. Хардкорчик, который я люблю, и которому ни капельки меня не сломить. Понеслась, друзья мои. Итак, значит, нам нужно вниз. А как? Вот сюда. А, бывает. Да, вот так вот вниз, раз. Хорошо. Здесь у нас чекпоинт, наверное. Надеюсь. Нет? Окей. Не чекпоинт. Почему не схватился? Ух ты, говно кусок. Что получили? Волна духов. Вы получили новый осколок духов. Чем больше у вас духовного света, тем больше урона вы наносите. Для использования нажмите Tab. Ладно, в принципе, давайте вот это, да, вот это уберем, а вот это поставим. О, есть, смог. Смотрите, а у меня все, у меня же все. Собственно, я должен успеть как-то так, да? Сейчас убьют, сейчас убьют. Ты, блин! А, хорошо, хотя бы мы здесь. Ладно, ладно. Попробуем теперь быстренько вернуться. А здесь и никак и не вернуться. А, не, почему же? Ну почему же не вер... А, есть, мы можем проломить, хорошо. Так, прям, ага, молодец. В эту сторону можем пойти? Можем. Что за место такое интересное? А, сюда и ничего, и нереал. Да, можно пока сэкономить. Сволочё. Так, друзья мои, если тут у нас есть ячейка жизни, и в целом это все. Хрен бы с ней. Хрен бы с ней. Давайте просто вспышку света. И нам срочно надо уже валить. Давай, ну что такое? Есть. Как? Вы видели, что сейчас было-то? Ага. Я забыл вспышку. В принципе, она и не нужна особо уже. Да блин. Как-то я вначале сказал про то, что это будет медитативная, да, игра? Очень расслабонческая. Ну да, ну да. Окей. В целом мы здесь. Готовы продолжать наше путешествие. Давайте сохранимся, пойдем. Друзья мои. Бомбежка начинается. Такая легенькая.
Ладно, все, сейв, окей, хорошо. Ну что, давайте уже дойдем, возьмем этот чертов кусок света. Как? Как я должен его взять? Я бы с удовольствием, но как? Вот здесь, что ли, пройти? А можно? Игра говорит вот сюда. Может быть, надо вниз? Может быть, надо, кстати... Да, вот сюда нам нужно. Мы должны будем оказаться с той стороны этой баррикады и разрушить ее. Упси-люпси. Окей. Потом. Наверх. А после... Нет, в другую сторону. Стоп. Есть. Да, мы, кажется, мы в другом месте где-то. Мама. Есть. Да. Все, можно убрать. Уберись. Есть. Ты сейчас просто так таратил, пока катсцена идет. Чувствую, сейчас будет что-то страшное, да? Да. Какие паучища. Вон он, свет. Нет, это музыка, нет. Только не это. Блин. Низвергли опять. Опять в задницу мира. О, боже мой. Так, стоп. Давайте назначим R. Древо. Как нам? Мы хоть что-то наносим ему какой-то урончик. Надо ему по роже бить или что? Да, надо бить по роже. Все, промахнулся. Сейчас меня убьют. Ладно, хорошо, хоть кристалл здесь какой-то есть. Оп. Ладно. В принципе, можно. Можно жить. Можно ему навалять. Правда, это будет очень долго. Как-то так. Вот, давай, просто будем швырять в него. Черт. А я, в принципе, не против закончить этот выпуск эпичным босс-файтом. Ну, знаете, что я подумал? А чем мы не пользуемся нашими крутыми способностями? Например, Турель на Е будет у нас... Не, давайте, вот это будет на Е. В смысле, стрелять будет на мышку. Турель на Е. И вы освещаете тьму и наносите урон врагам. А это что? Пламя вы поджигаете ближайших врагов. Вы сдуваете объект ветром. Вот это. Проверим, друзья. Сразу огребли. Нифига, какой сразу эффект интересный. Сдох. Ладно. Блин.
спрошу, вот так турель стоит? Да, прикольно, кстати. Да, вспышка света. А, прям туда. Прям вот туда, к сожалению. Быстрее, быстрее, быстрее. Подзарядиться, подзаправиться. Блин. Сложно так. Стоп, нам придется постоянно способности чередовать. Почему я не нажал? Вот. Слушайте, я так еще больше путаю, если честно. Почему? Почему он не идет? Вот еще какое. Так, еще разочек. И еще разочек. Ломите ему! Так, хорошо. Раз бабочка, два бабочка, три бабочка. Три бабочка. Во, а еще давайте, значит, что сделаем сейчас? Вот так вот. Перепрыгнем, гада. И... вспышка у нас будет на R. Да. Сейчас нам нужно... нужно вот так сделать. И все-таки поставить вот эту штуку. Да. Теперь у нас хотя бы есть возможность прыгать нормально. Ну что, давайте. Пам-пам-пам. Ребят, сейчас погибнем. Погибнем. Есть. А, срочно исцеляемся. Почему я же поставил? Кривое управление. Еще раз. На R, да. Включаем. Ставим турели. Пусть наваливают ему как следует. Да. Приходится постоянно чередовать, чтобы пополнять. Просто зажал меня, зажал. Я ничего не понимаю. Я не понимаю. Фу, сложный босс. Жесть, как меня вычмаривают. Надо просто отойти чуть-чуть, подзарядиться чуть-чуть. Угу. Так, теперь, значит, меняем вот сюда. Это R будет, да. Все равно меня коцает. Он достает до меня везде. Вам не кажется, что я чертовски мало ему вреда причиняю? Блин. Где я? Все, хорошо, хоть что-то получилось. А, снова включаем. Полностью подзарядка. Нет. О, сюрпризики. Там. Ребята, так это жесть. Жесть. Мне даже слов нет, как я раздражаюсь сейчас. Давай, бабочка всратая, бей его. Все, на всю ману, короче. Просто на всю ману. Я думаю, я буду его просто бабочками закидывать и все. Хавай. Хавай. Бабочкину силу. Познай. Оп. Теперь чуть-чуточку подзарядимся. Обратненько. Когда так, не знаю. Короче, будем просто лупить его. Туда-сюда. Да.
Только так и можем. Вообще, насколько сильно у него... Это что, все? Слушайте, мне кажется, эти... Блин, эти бабочки вообще толку никакого не имеют. Хорошо. Тогда это оставляем на И. Точнее, вот это И, это Р пусть будет. Тогда стреляем по нему. Быстрее, быстрее, быстрее. В другую сторону. Есть. Хорошо. Вот чуть-чуть отодвинулся хотя бы. Щимим паука, щимим его. Сейчас будет луч. Друзья, смерть. Я не знаю. Я не знаю, как можно такого жесткого босса пройти. Это что, Dark Souls какой-нибудь? О, друзья, жесть. Хорошо. Вспышка. Вот. Мне кажется, нам не дадут его до конца добить. Я думаю, нам нужно просто его куда-то оттеснить в какое-то место. Стой, стой, стой. Все, хорошо, пора подзаправиться. Хорошо. Окей. Ладно. О! Знаешь что? А ну-ка, схвати сам. Не получилось. Призвал своих. Призвал своих. Блин! Давай, чуть-чуть подзаправиться. Есть. О, еще одни. Окей, вспышка. Включаем. Ай-яй-яй-яй-яй, не трогай меня. Смотрим. Древесина вот сюда. Чуть-чуть немножко подзаправиться. Да. К сожалению, не смог. Простите, друзья. Я искренне бомблю. Я не могу это говно пройти. Сраная игра. Ладно. Фу. Понеслась! Вспышка, чтобы урон посильнее был. И запулять. Просто пуляем его. Все? Это все, на что ты способен? Ори, жалкое говно. Почему? Так, меняем на древесину. Да дай ты мне передохнуть!
Ладно, допустим. Вот запульнуть бы в него нормальненько так. Все, абсолютно все. Ребят, все. Зацените, что сейчас будет. Чё ты творишь? Чё он творит? Это уже вторая стадия, и он вытворяет совсем невиданные ранее трюки. Боже ж мой. Ходим. Скотина! Что, будет стрелять, да? Будет стрелять. Так, там застрявший говна кусок. Да что ж такое? Что ж такое? Ты вы, жуки бессмертные, что ли? Куда ты стреляешь? Я же на него прям мышь навожу. Кстати, ни одного попадания. Ни одного, блин. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, хорошо, хорошо, да. Погрели меня лучом, спасибо. Плакать, плакать. Нельзя плакать. Давай. Ну, пожалуйста, ну, запульнись. Ни одного, блин, не попал. А, почему? Вот так. Хорошо, под низом научились проходить. Хорошо, давай еще раз. Вот, наконец-то! Наконец-то! О, смотрите, бомбит у него! Куда? Вы представляете? А, хорошо, это та же самая стадия. Ладно, прощаю. Теперь у меня вообще нету ничего. Шанса нету. Чё ты бесишься? Ну, успокойся. Хорошо. Тогда, видимо, нам нужно вот это сделать. Ах ты, урод. А, все, у меня руки не слушаются. Куда? Хорошо, наверх. Все, это погоня. Сволочь. Как все бесит. Что? А, хорошо. Что? Куда? Опять продолжай сражаться. Опять сражаться. Хорошо. Вот так. Так. Стоп! Нет, схватись за... За снаряд надо было хвататься, Орио. Грёбаный ты мальчик мой. Сейчас он будет... О, музыка героическая, ладно. Когда такая музыка играет, грех жаловаться. Надо соответствовать, ребят. Если играет героическая музыка, соответствуем, понятно? Учит от меня паук, вонючий, маленький, недорос еще. Ладно, что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Пулять. Во имя света. Как-то так, да? Каждый снаряд должен попасть в цель. Каждый. Просто перебрасываем ему. Что это было? Что он сделал? Что он, блин, сделал? Я не понял, что он сделал.
Ну, охренел в конец, по-моему. Вот он кричит. Стоп! Стоп! Мы никогда не сдаемся. Нас ничто не может сломать. Мы просто атакуем в ответ. Какой бы огромной ни была тварюга, какую бы она опасность не представляла, как бы она нас не страшила, какой бы она сильной ни была, мы будем бить в ответ. Будем бить в ответ. И бить. Стоп, она тьму включает. Не тут-то было. Что? Что она хочет? Ладно, хорошо. Я огребу здесь, так и быть. Окей, май гад. О май гад. О май гад. А вы как мне теперь быть? Так, Павел, немножечко. Немножечко хп. Немножечко хп! Блин! Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть. О, блин. Обратку. По-моему, еще сильнее стали эти снаряды. Вот сюда, куда-нибудь ему. Ладно, живем и радуемся. Ребят, это очень сложный босс, прям серьезно. Столько атак, столько всяких штук он делает. Как-то получилось немножко, нет? Скажи мне, на милость. Ага, началось. Нам выгоднее здесь тусить, мне кажется. Давайте сразу добавить вот жуков, пока они только рождаются. Блин, просто нас вычморили. Ладно, нормально. Нормально. Обратку ему, в обраточку. Попал. Окей, хорошо, умница. Давай, накидай, 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 накидай. Вот, хорошо. Что? Что? Я сделал это? Да! Очень хардкорно. Ну, по крайней мере, для меня. Не знаю, может быть, вы, если проходили, вы это сделали супер-мега. Да ладно! А теперь вы будете показывать мне милые глазки. Да? Спасибо тебе, дух. Теперь я свободна от оков искажения, что не давали мне мыслить. А, нас благодарят за люля. Хорошо, обращайтесь. Теперь тьма уйдет из этих недр. Для равновесия всем нам нужен свет. Даже тем, кто живет глубоко под землей. Вот видите, опять крутые идеи втирают здесь. Баланс, равновесие. Да, мы... подрались как следует. Я бомбил, злился, я хотел тебя убить. Если он не воссоединится, то вскоре угаснет навек. И вот как теперь злиться на эту паучиху? Как теперь на нее злиться? Ну не знаю, я не могу, все. После таких-то глазок.
А что если... Судьба, что постигла заросшие недра, ждет весь Нивен. Нам нужна твоя сила, дух. Упадок нарастает, но благодаря тебе мы обрели надежду. Отыщи остальные огоньки. Нам нужна наша сила. Им нужна наша сила. А нам нужна... Короче, им нужна сила духа, а нам нужна сила духа. Вы нашли новый огонек. Окей. Сквозь заросли. Задание выполнено, одолейте. Окей. Окей. И конечно же, здесь нет ни единого телепорта. А зачем? А нахрена? Почему реально ничего нету? Куда все делось-то? Поговорите с паучком! Нас окружала тьма. Больше мы ничего не помним. Всегда была лишь тьма и мама. Яркий свет нас немного пугает. Тебе тоже было страшно нас во тьме. Блин, как прикольно. Я даже никогда не думал вот об этом с такой стороны. Реально же, для них наш свет — это что-то стрёмное. Друзья, мы это сделали. Господи, какой сложный был эпизод. Как трудно было все это сделать. Я не раз терял самообладание, вы это видели. Но огромное спасибо, что вытерпели. Выстрадали вместе со мной. Если вам понравилось, лайкусиков накидайте. Спасибо вам за просмотр, за поддержку, за компанию, в конце концов. Люблю вас всех, друзья. С вами был Юджин. Увидимся очень скоро в другом видосе. Всем пять!